Уникальную коллекцию старинных часов показал индиец Анил Блаха из штата Мадхья-Прадеш. Собирать их начал его дед, потом дело продолжил отец, а после коллекционированием увлекся Анил. Дед начал коллекционировать, когда привез из-за границы несколько часов в виде статуэток. Большинство часов попадали в руки коллекционеров в нерабочем состоянии, но многие получилось отремонтировать. У меня примерно 650 часов, и большинство из них сделаны вручную, дубликатов нет. То есть точь-в-точь таких же не найти. Наверняка будет небольшое отличие. В 2013 году эту коллекцию часов включили в индийскую книгу рекордов Лимка. Сейчас она одна из крупнейших в стране. Индиец надеется, что внуки продолжат дело его жизни. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.